18.21, 15 июля. Не в Кагиу. Укатил на пляж на машине. А мне что, одному на велосипеде вообще в лом туда ехать? Решил поностальгировать старое место. Санэпидистанция, не знаю, функционирует до сих пор или нет. В общем, здесь я как-то на взрослике, еще будучи пиздюком, ехал, загляделся. Здесь, вот примерно вот в этом месте где-то, был поставлен бетонный блок, непонятно зачем. Я загляделся, передним колесом в него упоролся. Меня перекувыркнуло, и где-то вот в этом месте я саданулся на жопу, блин. Поцарапал коленку слегка, но без каких-либо серьезных последствий. Мой, блин, первый кувырок через себя на велосипеде. Вот такие дела. А вот на эти выступы прикольно было подъезжать и ногой облокачиваться. Отдохнул и дальше поехал. Вон туда, за это здание. Там я и жил. Вот такие дела.